Это моя любимая футболка. Hello and welcome back to Russian with Nastya. Today you're going to learn 50 advanced words that will boost your vocabulary. Also, I will give you examples for each word. Before we start, make sure you're subscribed, so you get notified every time I upload a new video. Не забудьтесь подписаться на мой канал, нажмите на колокольчик и давайте начнем. Let's start. And the word number one is соучастник. Соучастник. Don't forget to practice with me out loud and copy my pronunciation. For example, все соучастники преступления были задержаны. Достижение. Достижение. Все мои мысли и действия направлены на достижение цели. Выгода. Выгода. В вашем предложении я не вижу для себя никакой выгоды. Преимущество. Преимущество. Моим преимуществом всегда было умение слушать. Учет. Учет. Самое главное в семейном бюджете – учет доходов и расходов. Размышлять. Размышлять. Некогда долго размышлять, пора действовать. Копить or накопить. Копить, накопить. Наконец-то я накопил деньги на новый автомобиль. Точность. Точность. Главное в истории – точность изложения фактов. Обвинение. Обвинение. Ему предъявили обвинение во взятке. Кислота. Кислота. Кислота противопоказана людям с болезнью желудка. Подтверждение. Подтверждение. Умный человек не ждет подтверждения своей правоты. Проверка. Проверка. В мои обязанности входит проверка точности полученных данных. Уступать. Уступить. Уступать. Уступить. Он уступил место бабушке. Действие. Действие. Любое действие
должно быть тщательно продумано до мелочей. На самом деле. На самом деле. На самом деле все произошло совсем иначе. Здравый смысл. Здравый смысл. В этом поступке нет никакого здравого смысла. Адаптироваться. Адаптироваться. Самое главное на новой работе – адаптироваться к новым условиям. Добавлять or добавить. Добавлять, добавить. Чтобы мясо получилось вкусным, нужно добавлять больше специй. Хвалить or похвалить. Хвалить, похвалить. Учитель каждый день хвалит своих учеников. Зависеть, зависеть. Ее самооценка зависит от чужого мнения. Вкладывать or вложить. Вкладывать, вложить. Сейчас выгоднее всего вкладывать в золото. Дополнительный. Дополнительный. Он всегда ищет дополнительные источники дохода. Клей. Клей. У нас закончился клей. Управлять. Управлять. Чтобы управлять большой компанией, недостаточно знаний, нужен еще и опыт. Бдительный. Бдительный. Бдительный охранник немедленно вызвал полицию. Чувствительный, чувствительный. У детей очень чувствительная кожа. Взаимопонимание, взаимопонимание. В отношениях главное – любовь и взаимопонимание. Мурашки, мурашки. У меня мурашки по телу, когда я вспоминаю этот случай. Жизнерадостный. Жизнерадостный. Мой коллега очень жизнерадостный. С ним никогда не бывает скучно.
Существенный. Существенный. Его существенным недостатком была непунктуальность. Указание. Указание. Начальник дал указание закончить проект до пятницы. Хищник. Хищник. Во время охоты хищники атакуют неожиданно. Плоский. Плоский. Плоский живот – мечта любой девушки. Пошлый. Пошлый. Анекдот был не смешным и пошлым, так что никто не смеялся. Самовлюбленный. Самовлюбленный. Какой же ты самовлюбленный? Or feminine. Какая же ты самовлюбленная? Сногсшибательный. Сногсшибательный. Сегодня я купила себе сногсшибательное платье. Положительный. Положительный. Тест показал положительный результат. Пощечина. Пощечина. Я нагрубил своей девушке и тут же получил пощечину. Завещать. Завещать. Отец завещал ей дом в Испании. Наследовать or унаследовать. Наследовать, унаследовать. Он унаследовал от бабушки дом и кота Ваську. Букашка. Букашка. Этот человек даже букашку не обидит. Сажать or посадить. Сажать, посадить. На даче мы посадили много цветов. Мазать or намазать. Мазать, намазать. Я очень часто мажу руки кремом. Назло. Назло. Он женился назло своей маме. Извещать or известить. Извещать, известить. Начальник известил ее об увольнении за 2 недели. Упоминать or упомянуть. Упоминать, упомянуть.
Она запретила упоминать об ее бывшем. Упускать or упустить. Упускать, упустить. Мы упустили возможность побывать в Лондоне. Общеизвестно. Общеизвестно. Общеизвестно, что подобное притягивает подобное. Слегка. Слегка. Он слегка удивился этому известию. Оправдывать or оправдать. Оправдывать, оправдать. Он не оправдал ее ожиданий. That's all for today. I hope this video was useful. Feel free to write a practice sentence in comments below. Connect with me on all my social medias. I've got Facebook, Instagram and Twitter. Спасибо за внимание. Пока!